Всем здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня для вас такое развлекательное видео, а рассказ о нашей кошке Мусе, которая живет с нами уже 11 лет. Мы ее взяли маленьким котенком от церковной кошки магаданской крысоловки Ночки. И вот эта девочка из маленького комочка превратилась в вот такую красивую и жирненькую кошечку. Хотя она и двигается много, но все-таки кошки такие животные, которые много спят. И вот основное время она проводит вот так. Или спит, или помогает мне работать. То есть она 11 лет вместе со мной работала, помогала, разбирала пуговицы, утюжила, спала рядом, сидела за машинкой. Ну, в общем, принимала активное участие в моей работе. И сейчас она тоже так же валяется на лекалах, помогает мне шить и рукоделит. Иногда присыпает прямо на месте. И здесь собраны фотографии за последние несколько лет, года за три. Это вот буквально свеженькая, потому что видно, как изменилась ее фигура. Здесь она еще молодая и красивая, года три назад или четыре. Так вот, в телефоне и на компьютере большая часть фотографий — это про кошку Мусю. И вы не поверите, но мне было очень трудно отобрать самые красивые или там основные фотки. Я просто так наобум выбрала, чтобы фотографировали, потому что фотографий действительно много. Мы любим эту кошечку, которую сначала мы назвали Пулей, потому что она была очень активная, а потом поняли, что все-таки Муся к ней прицепилась через несколько лет, и она у нас осталась Мусей. С Пули перешла, можно сказать, в Мусю. Кошка, конечно, красивая, хоть простая у нее расцветка, своенравная, с характером, но одновременно ласковая. Она не сильно любит маленьких детей, но очень любит гостей. И как магаданская кошка, она у нас любит и креветки, и рыбу, и... Вообще она любит все есть со стола. И если бы она еще пила пиво, то, конечно, это было бы все. Потому что, когда мы едим красную рыбку, она выпрашивает. В общем, кошка всеядная. Обожаем ее очень. И она с нами много переезжала из квартиры на квартиру. В конце концов, прилетела на самолете из Москвы, из Магадана в Москву. Потом мы доехали на поезде в Рязань. Она кошмарно не любит переезжать. Но вот пришлось преодолеть такой путь, прежде чем она из магаданской кошки превратилась в рязанскую. Но ничего, сейчас живет припеваючи и смотрит с высоты 10 этажа на мир. Обожаем ее, как я уже говорила, вот так мы ее любим. И я в этом видео расскажу о разных случаях и немножечко о нашей кошке. Шкодила она, конечно, в течение жизни, и там будет смешной случай с шапкой. Ну, в общем, невозможно рассказать все о ней. Вот покажу именно самое главное, как мы ее любим. А любим мы ее вот так. Она с нами спит, смотрит кино, с нами отдыхает. Ну, отдыхать, конечно, природу с нами не ездит, но она у нас домашняя, такая красивая девочка. Рассказывайте о ваших животных, буду очень рада. Лежу и наблюдаю. И куда мы полезли? Мама прилегла отдохнуть, а Муся в это время проверяет все. Так, все ли у нас тут в порядке? Муся! Даже не слышит. Но надо все проверить. Заодно и пыль вытрет. Молодец. Кошка в работе. Очень интересная поза. Задумчивый взгляд. Лапка в сторону. Мусёндра, как тебе работается? Лапусечки такие, задние лапусечки так сложены. Что? Трудимся. Вот так мы работаем. Помощница моя. Ой, мы брючки дошили, наконец-то. Чем мы занимаемся с Мусей? Она наблюдает, как я выискиваю самые маленькие пуговки и разбираю их. У меня вот есть вот такие,
вот такие мелкие, вот такие покупала, а есть еще вот такие, да, красивые. Сегодня 9-й день. Вот мы с Мусей сидим, и она внимательно смотрит, что у нас тут еще. Муся, сфокусируйся, Муся. Вот. Помогает мне. Помогает маме. Шила бы уже все. Да начала бы платьюшки кроить. Да, Муся? Муся, кыска. Вы не поверите, но это видео. Эта кошка замерла. Будто замерло все до рассвета. У меня ощущение такое, будто она спит. Муся. Алло, алло, прием, прием, прием. Прием, 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 прием. Ты спишь? Да она мне помогает шить. Да, Муся, сейчас масочки дошьем и будем платьишки шить. Курточки себе на весну, да? Зачем-то наблюдает. Странно. У кошки есть своя мышь. Она за ней носится и постоянно на нее орет. Причем по ночам. Поэтому ночами я эту мышку прячу от нее. Иначе она нам спать не дает. Она просто бегает с ней и кричит: «Мау, мау!» Ее лижет. Она, видимо, из натурального меха, а внутри... В общем, у нее свои мыши. Там еще одна и вторая. Но это самая крутая. Хотя фиолетовый — это не мышь, это я делала себе цветочек, пыталась из фоамирана. Но она его уперла со стола, погрызла и носится с ним, потому что он к когтям классно прилипает. В общем, Муся у нас играется. Ну что, кошке 11 лет, а носится как будто молодая. Муся, поори на свою мышку. Как ты кричишь на мышку? Да, кошке 11 лет. Прямо буквально в эти дни она родилась. Носится, как угорелая. Чё ты пошла, четвертую мышь искать? В общем, она сейчас гоняла мышь и орала вот так. Мау, мау, мау. Я пропустила, схватила камеру. Давай вот это снимать. Она успокоилась. Да? Успокоилась? Что случилось? Что ты, моя хорошая? Дядя вот это будет хвостом, она тут будет ходить. Моя красотка, моя красотка. Да, да, да. Ой, вот так вот. Мышки. Вот серая мышка лежит тут вот посерединке. Иди гоняй своих мышек, иди. Иди гоняй мышек, иди. Моя красивая кошка, моя красивая. Наша девочка, иди гоняй. Иди мышку погоняй, иди. Она в жизни, вообще у нее мама крысоловка, и в жизни она... Не надо ко мне на коленке тут мылиться. Эта кошка... Но она маленькая была, когда мы ее взяли. И мышей она не знала в принципе. Потому что мы ее забрали месячным котенком в конце ноября. Из церкви от кошки Ночки, крысоловка в Магадане. И... Этот котенок вырос у нас просто вот таким хорошим, нигде не писала, сразу нашла, что такое горшок. В общем, кошка умнейшая. То есть она с нами всю жизнь вот прожила, и мы как бы получили такую кошку, которая нам нравится, которая любит с нами поспать, которая ласковая иногда, которая своенравная, ну потому что это кошка. То есть иногда зовешь-зовешь, она не дойдет до тебя. Ну, в общем, кошки, что же все... Ну, не надо, вот когда я снимаю, заниматься вот этой фигнёй. Ну, как, помыться резко надо, резко испачкалась, да? Ну, в общем, кошка классная, мы ее обожаем, у нее были свои заморочки, потому что вовремя мы ее не стерилизовали, у нее начала съезжать крыша, и поэтому мы ее 2 года назад, конечно, порезали, в 9 лет только. Это наша глупость, я говорила, что надо раньше кошку избавить от болячек. В общем, у нее все повырезали, она стала совершенно другой, она стала спокойной, она стала классная, она стала еще добрее, чем была, точнее, она стала доброй, потому что была она разная, она терпеть не может детей, вот такая у нас кошка. Она не любит совсем чужих людей, и удивительно, но она принимает в дом некоторых людей, вот не знаешь,
как она отнесется к людям, да? Она у нас никогда не видела чужих, я имею в виду кошек, собак. Она их, в общем, не признает. Иди, иди, лежи, иди, 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 бегай, бегай, да, вот, вот побежала. Ой, начала кошку снимать и начала о ней же рассказывать. Ну, в общем, кошка наша любимая, мы ее обожаем, она и шкодничала, и шапки драла, и мех, и зализывала мне сапоги замшевые, и бубоны на этих все съедала, обсмактывала и на дубленках, и везде. Как-то она сожрала форменную рабочую зимнюю шапку мужа. Он хотел на работу пойти. Мы такие пришли откуда-то. Шапка свалилась с полки. И вот эта девушка эту шапку разгрызла верхнюю часть на мелкие кусочки. Ну что, натуральная овчина, вкусно. Она подрала. Шапок нет запасных. На утро мы пошли в шапке, склеенной клеем моментом из кусочков на работу. Ой, ну потом благополучно в ней дослужили, новую не покупали, ее не купишь и не выдали нам же новую. Не будь же выдавать, потому что кошка ее пожрала. Короче, Муся у нас тот еще кадр. Ну вот, несмотря на это, мы ее любим. Шкода, конечно, была. Был у нее период, когда она очень не реагирует она на громкие звуки, кошка. Она не любит, когда ты просто громко разговариваешь. Ну, когда ты разговариваешь одно, танцуешь, там музыка, гости, это одно. А когда ты вскрикиваешь, вот я один раз вскрикнула, я не помню, что это было. А, мне на ногу упала в коридоре. Точнее, я стукнулась ногой. Идя, мы готовились на шашлыки, а мангал или ряд столик, больно так, я выбила себе палец, мизинец. Я сказала, ой, и в этот момент я почувствовала, что, это было лет 5, наверное, назад, что вот эта красавица, кто-то у меня висит на ноге, на правой, на икре прям, и на второй икре. Короче, она вцепилась когтями, не зубами, а когтями. Ну, то есть она, видимо, не признавала звуков таких резких. Но эти звуки бывают же, иногда ты там обжигаешься или еще что, на ногу вот себе роняешь. Или... Ну, вот наша девушка, она в тот момент разодрала мне ноги. Я от нее шкерилась, скрывалась, благо Сережа был дома, ее отогнал. Ну, в общем, у нее было как затмение. Мы узнали, что она, в общем, не любит звуки такие резкие. И когда к нам вот кто-то приходит, громко, сильно разговаривает, она, конечно, смотрит подозрительно, я думаю, ну все, сейчас вцепится. Но характер-то у нее после стерилизации стал другой. Она у нас вообще изменилась, когда мы ее стерилизовали. Надо было сделать раньше, ну... Это наша ошибка. Но зато сейчас она у нас нормальная кошка, и у нее болтается живот. Она девушка нам, не знавшая кота. И когда она ходит, у нее болтается живот вот так, тык-тык-тык по низу. Это у нее, значит, лишняя шкура, потому что она то худеет, то толстеет, то опять я сажу ее, ну, как бы на диету, стараюсь меньше кормить. Но она привыкла есть вместе с нами. Она утром вскакивает, будет нас, дайте нам пожрать. Бежит в 6-7 утра, она ест кириешки свои, орешки. Потом, когда мы завтракаем, она тоже просит, я стараюсь не давать. Потом в обед я ей что-нибудь даю, или рыбку вареную, или сырую, или мяско. А вечером она тоже ест и сама, и с нами. Ну вот, если она стоит и смотрит тебе в глаза, как ее не покормить? Вот расскажите, как ее не покормить? Она же... Все вот это... Короче, она с нами... Это что вот она легла? Она легла, чтобы полежать, чтобы ее почухали. Да, кошка очень ласковая, любит, когда чухает. Последнее время обнаглела. Всегда спала с нами, я имею в виду, никогда нас не будила. Просыпалась только, когда мы просыпаемся. А сейчас это говнятина. Если видит, что у тебя вот так вот лежит рука, вот так, она под эту руку просто утром в 5-6 утра подсовывает свою головешку. И она под нее подсовывает так, что у нее морда чешется. То есть она начинает чесать морду себе, уши, все, что только можно почесать. У нее все эти эрогенные зоны, видимо, находятся тут. И она начинает мурчать под этой рукой вот висящей. Вот она будет висеть, и Муся... Ну да, она еще будет ее облизывать, целовать, любить по-всякому. Угу. В общем, вот эта кошка будет у нас по утрам в последнее время. Мне это очень не нравится, потому что прожить 10 лет нормальной кошкой, а потом начать нас будить по утрам, это просто свинство. Вот. Ну, вообще, конечно, любим мы ее. Любим красотку. К старости у нее появилось какое-то пятно здесь, родимка. Не знаю, что-то родимка.
Наверное, как у меня тоже родинки появляются. То есть, а вообще она, конечно, ботрючая, как она носится. Я говорю, не успела снять, но, может быть, успею, присоединю. Вот такая у нас кошка. Да. Не любит ездить, не любит переноски, поэтому переезд из квартиры в квартиру еще в Магадане у нас был целой проблемой. Она не любит ездить на машине, она орет благим матом просто. Даже если она сидит у тебя в руках, смотрит в окно, все равно будет орать. Просто так мяу. Нет, мяу она орет сейчас, а так она жалобно мяу. Вот так мяу. То есть у кошки, наверное, свои звуки, вот жалобный, вот она мяу-мяу жалобно, а когда она орёт благим матом, это она орёт на мышку. Кстати, о мышке. Ой, господи, вот мыши её. Значит, одна мышь, вот на которую она орёт благим матом. Не знаю, что в ней находится. Это просто мышка. Господи, ворс Мусин кругом. Застелены наши диваны, застелены покрывалом, чтобы Муся... У нее просто... Вот несмотря на то, что кошка эта гладкошерстная, все равно от нее остается мех. Да, остается мех. Так, вот эта кошка, мышка прям копия ты. Да, да, вот, вот. А то она трется, я думаю, что внутри там все-таки... Валерьянка. Это я цветок делала. Хана цветку. Взяла со стола, сбросила. Вот это ее гонялка. Она по настроению гоняет то одно, то другое. Ой, вот такая у нас кошка. Вот такой рассказ у нас получился о нашей кошке. Это еще не все. У нас в телефоне фотографии кошки и кукол. Сейчас. Вот так. Ой, чего ж четкости нету, Муся? Вот. Вот четкость наша красавица. Любит с нами лежать, смотрит с нами телевизор, вместе с нами пьет пиво. Хорошо, что она не пьет и отказывается. Но она ест с нами красную рыбу, кальмара. Очень любит креветки. Когда я покупаю креветки, Муся и креветки, это, конечно, что-то. Знает, что о ней говорят и что делает. Это я подношу, чтобы вы услышали. Говори. Короче, она мурчит. Она мурчит у нас очень громко. Тут что-то притихло. Что притихло? Ай, ты морда моя. Понимает каждое слово. Отзывается на Мусю. Раньше у нас была Пуля. Мы назвали ее Пуля. Потом ее назвали... Ну, как-то Муся, Пуля. Она носится как угорелая. Потом ее Муся, Муся. И начали звать Мусей. Вообще, первые годы она была Пулей, Мусей. И не знаю даже еще чем. Ну, осталась она Мусей. С таким обычным именем. Советским. Среднестатистическим. Мусяна, тебе можно долго рассказывать. Смотрю твои старые фотографии. Ты не такая жирная. Ты там такая элегантная. У тебя морда элегантная, да. У тебя лицо тоньше. Глаза тупее. Хотя ты никогда не была тупой кошкой. Ты была сразу умной. Вы знаете, такое ощущение, будто она все понимает. Она вот лежит и все понимает. Да? Ты моя красивая. Так, ну извиняюсь за этот формат. Просто снимала для сторис. И вот получилась у нас такая Мусёна. Кино о Мусёне резко и неожиданно. Так, все, я пошла заниматься делами. А Муся, если было интересно, пишите. Насобираю ее старых видео, потому что чудила она за всю жизнь очень много. А сейчас она как бы на пенсии, да? Хотя кошка для пенсионерки бодрая, наверное, как я, как мама. И ей на вид не 50 лет, а лет, знаете, тридцатник. Она так в расцвете прям, вот в расцвете. Муся, ты в расцвете? Она говорит, нет. Так, ладно, уши навострила, она слышит, что про нее говорят. Поэтому я пошла. Как интересно, что Муся там нашла? Лапкой что-то трогает. Муха, что ли, гонялась за мухой? Стала там на лапы. Так, так, что там? Это не муха. Муся, это не муха. Ой, кошка такая интересная. Носится по квартире. Единственная муха у нас живет в доме. И Муся с ней развлекается. Вот так вот. Куда пошла Муся? Вышла из дома, села сначала на пороге, посмотрела и решила пойти понюхать все. Что там? Что там? Страшно?
Нет? Муся, пошли домой, пошли. Муся, давай. Все проверила. Ну, хватит, хватит там ходить. Иди сюда. Ну, это вообще первый раз ты так. Муся, кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Быстренько. Заходи. Быстро домой, домой, домой. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай. Вот он. Заходим. Заходим. Заходим, бегом. Бегом, бегом, бегом. Муся. Алло, 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 Люся. Муся, Люся. Ну, хватит, погуляла уже, хватит. Мусенька, заходь. Вот, умница ты моя. Вот, вот, все, домой побежала. Дома все такое родное, да? Это была проверка на дорогах. Дома все-таки теплее и роднее. Поэтому я пошла в дела. Если что, пишите. Покажем Мусю еще не один раз. Ну все, пока-пока-пока-пока-пока. Ты моя красотка, ты моя красотка. Мама любит тебя, да и папа тоже, да и все, кто приходит в гости. Я когда готовила это видео, обнаружила еще столько много классных сюжетов с Мусей, где она и игралась с игрушками, носилась как угорелая по коврам. Но делать видео длинным я совершенно не хочу, поэтому вот показала и рассказала вам о нашей кошке, которую мы очень любим. Вообще, наверное, в каждой семье такое животное, которое ты сам воспитываешь, и оно тебе подходит. Вот кошка, она похожа на нас обоих, она такая же красивая, такая упитанная, такая толстенькая, на таких худеньких лапках, какие мы есть. И добряшка вообще-то по натуре. Рассказывайте о ваших животных, кто у вас, как вы их любите. И если понравилось видео, я буду очень рада. Ну все, до следующих встреч.